гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие и издевательство над моим народом я клянусь мстить жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство коварного фашизма.